Здравствуйте, дорогие мои приятели. Сегодня я на фоне сафари. И наряд у меня такой, сафари. И постепенно я выгуливаю свою бижутерию, показываю ее вам. Это handmade. Шикарная работа неизвестного для меня автора. Но просто великолепное такое колье, ожерелье, не знаю, как это правильно назвать. Купила совсем к другому платью, но ношу всегда этот синий, такой изумрудный, в сочетании с белым цвет, обычно с коричневыми платьями или кофточками. Я думаю, что он безумно красиво всегда подходит под любое платье или кофточку. Именно вот такого что-то, такого леопардного тона, такого коричневатого, бархатного, индийского. А еще у меня радостное событие. Как вы, наверное, уже знаете, наверное, многие знают, у меня скоро день рождения в апреле. И я начинаю получать подарки от своих подписчиков. Сегодня пришла огромная, просто огромная посылка от Светланы Рыбаковой. Светочка, тебе большое-большое мерси. Аж голос стал пропадать от моего удивления, восхищения и восторга, которое я испытала, когда получила эту посылку. Естественно, я не удержалась. Естественно, я ее быстро-пребыстро вскрыла. А то, что там оказалось, я сейчас покажу. Меня это просто удивило. Меня просто поразило, с какой любовью, добротой, нежностью, душою она была собрана. И так все вписалось в мой дом и в мой кошелек. Ой. Впрочем, смотрите. Ну вот он, мой драгоценный, мой несравненный подарок от Светочки. Когда я его получила, я, конечно же, быстро-быстро его распаковала. Но нет у меня терпежу, нет, и ничего с ним поделать не могу. Как в детстве мне нужно быстро и срочно распаковать сейчас, сегодня, сиюминутно. И вот что я увидела? Конечно же, дорогая моя, открыточку. Вот такая милая, душевная открытка с ромашками. Я не знаю, знала Света об этом, не знала. Но на самом деле, самые любимые цветы мои – это ромашки. Как у мамы. Мама тоже почему-то всегда любила ромашки. Солнечные, яркие, веселые, нежные. И в то же время очень простые цветы. Наверное, такие же, как я. Дорогая Ирина, доброты и любви в день рождения. Пусть цветы дарят свой аромат. И как бабочки, счастье мгновения друг за другом летят и летят. И подпись Светочкина. Еще она мне прислала большое, красивое, объемное, душевное письмо. Но это останется для меня и за кадром. Простите, это личное. Даже упакована в коробочку была посылка. Посмотрите, какая замечательная коробочка, в которой можно хранить все, что угодно. Какие-нибудь рукодельные материалы или аптечные принадлежности, или элементарные бижутерные, или украшения, или еще. В любом случае, это очень здорово. Красивый орнамент. И я не то, что даже не стала выбрасывать, у меня даже мыслей таких не было. Я, конечно же, это применю в хозяйстве. Прости, Светочка, может быть, ты на это не рассчитывала, но так будет. Когда я открыла посылку, первое, что я увидела, это вот это расписание. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Знаете, что это такое? Ну, конечно, догадались. Это полотенце-неделька. На всю неделю. Пользуешься и вспоминаешь Светусю. Каждый день. Она не дает мне даже продыха. Я каждый день должна о ней вспоминать. Это ее указание. Негласное. Я прочитала это между строк. Я так и буду делать, дорогая. А еще здесь даже на полотенцах детское меню есть. Например, салатик-витаминка. Но очень все с пользой и с юмором. Но убираем и идем дальше. Я вот так небрежно отбросила, потому что это же подарки, это фейерверк. А теперь смотрим дальше. Такие милые вещицы декоративные для дома. Это для дверей фиксатор, ну, который под двери,
чтобы двери не болтались. Эта мышка их фиксирует. Зная о том, что у меня есть Мотя, она ей прислала вот такую немую подружку. Представляю, что скоро она с ней сделает. Надо даже проверить это и посмотреть потом. Посмеемся вместе в ролике. Конечно же, Светочка не могла не прислать мне свои любимые растюшки. И я ей честно написала, что она тоже из меня хочет сделать цветочного маньяка. Как они там все вместе на любимом канале «Цветоводы всех стран, объединяйтесь». Вместе во главе с Юлей, организатором, и бандершей, так сказать, этого царства цветочного. Так вот, и они меня приручают и получают своим цветочным делишечкам. И, конечно же, посмотрите, как карты разлеглись. Разлеглись мои семена на руке. Вот так, раз! Мои любимые бархатцы. Я же обожаю бархатцы эскимо. Белые, это обалденно. Надо что-то с этим делать. Надо срочно садить. Ну, конечно же, Юлечкин любимый лимониум или статица. И Света, конечно, не могла мне это не прислать. Приобщайся, мол, Ирочка, потихоньку, помаленьку, всего лишь по 2 пакетика. А потом будет гора. Я знаю, Светуся, ваши задумочки. И бракихома. Вот это вот, честно говоря, звездная россыпь. Я ни разу не садила. Здесь мне даже просто интересно, что это. И я пообещала, что я местечко в своем саду. Хоть он вообще, в принципе, не совсем-то предназначен для цветов, я обязательно найду. Все-таки я больше любила и люблю хвойные. Но цветы тоже должны украшать. Должны и будут. Я обещаю. Маленькая сладость. Элитный шоколад. Горький. 73% какао. Как я люблю. Без сахара. Спасибо за завтрак. И еще чудесные, просто чудесные, такие статуэтки, фигурки для дачи. Посмотрите, какие они миленькие. Это же просто украшение, это декор, это дизайн моего ландшафтного сада. Посмотрите, как здорово я это буду применять. Но это же не просто так она сделала, да? Ну вот посмотрите, что еще вот этот маленький миниатюрный комплекс из 2 ежиков. Прямо вот сюда вписался. Она просто подобрала мне композицию. И ничего придумывать уже не надо. И все это будет под моей любимой елочкой. А может и нет. Обязательно посмотрю, где на даче размещу. И обязательно, Светочка, тебе сфотографирую. Вот такая красотень у меня. Теперь в саду живет. Да-да, теперь ты мой. Еще одна маленькая статуэтка, которая не то что умиляет. Она просто организует любое пространство безжизненное в вашем доме. Где бы вы ее ни поместили, там начинается светлая лучистая жизнь. Вот такой нежный, приятный ангелочек. С розовым букетиком и веночком. Я думаю, что это счастье для любого человека на этой земле. Иметь такую статуэточку. Хорошая моя. Ты моя хорошая. Пойдешь ко мне на камин жить. Когда я получила эту посылку, она просто настолько ароматизировала, настолько пахла розами, что я первое, что подумала, что в ней находится букет роз. Думаю, ну как этот букет роз мог до меня доехать? А теперь поняла, как. Вот в этом маленьком, уютном, душистом мыле. Всего лишь вот такой маленький комочек помещается, который в руке. А запах стоит на всю квартиру. Мы с мужем ходим и нюхаем его. Поэтому, я думаю, конечно же, никогда не буду его употреблять по назначению. Это мой домашний теперь ароматизатор. Кстати, советую всем. Запах просто действительно сногсшибающий, нежный. Аромат роз просто по всей квартире, по всей. Благодарю тебя, дорогая, за этот подарок. Ну, а на этом маленьком смайлике мы сейчас вместе посмеемся. Правда, немножечко туго так вот у меня из мешочка достается. Достается. Достался.
Вот такой замечательный смайлик. Недавно, кстати, был ролик про шкатулочки. Ну что ж, к моим шкатулочкам подарочным добавилась еще одна. Вот такая оригинальная, смешная и забавная. Открываем. И в ней, не поверите, находится мышка с ложкой за гребушки. У меня есть мышка, у меня отдельно есть ложка. А теперь мой кошелек пополнится еще одним талисманом. Это мышка с ложкой за гребушки для финансового благополучия. Спасибо, Светуся, что ты тоже об этом позаботилась. Я думаю, что для любого человека на этой планете Земля материальные ценности тоже все-таки какие-то ценности. Конечно же, духовные в приоритете, но финансовое положение никогда ни у кого не должно страдать. Наши возможности всегда должны совпадать с нашими мечтами. Поэтому, а мечт у меня много, поэтому у меня должны быть большие возможности. Ну все. В кошелек. Быстренько, 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 быстренько в кошелек. И напоследок я оставила, ну, самое такое, самую няку, самая нежность, очарование, самое такое, вот такое, вот такое, вот такое. Это салфеточки, которые не только расписаны, как расписаны-то, расшиты. Это шитье. Каждая салфеточка расшита. Каждая. Еще и с тесьмой вот такой по краям оформлена. Белый нежный такой цвет. Ох, как он у меня. Так интересно отражается в камере. Посмотрите, сколько их много. Ну, посмотрите, посмотрите, сколько их много у меня. И, конечно же, скатерть. Но как без нее? В таком же тоне, в таком же дизайне, в такой же расцветке скатерть. Светочка сказала, что она должна ехать у меня на патио-зону. А я вот сижу сейчас и думаю. А у мамы тоже есть стол, за которым мы часто собираемся. И мне кажется, для этого нашего семейного стола, а он семейный, тоже будет здорово. Но я когда решу, потому что, ой, ну жадность же она существует. И там хочется, и сям хочется, чтобы было. Ну не разделю же я ее пополам. Но в любом случае я обязательно отсчитаюсь. Где же моя скатерть, подаренная Светой? Вот такая красота, такая няка, необыкновенная няка. Ткань легко стирается, это я точно знаю. И при этом еще и не мнется, потому что сама по себе она сжатая. Идеальная ткань, просто идеальная ткань для скатерти. Шикарный подарок и советую всем приобретать вот реально вот такие скатерти. Почему я раньше на это не обращала никогда внимания? А ведь это правда очень важно, чтобы она не мялась и быстро отстирывалась. Ну что ж, а на этом все. Хорошего, как говорят, понемножечку. Я поделилась с вами своей радостью, своими впечатлениями, своим образом жизни. И опять прощаюсь с вами до нового ролика. Говорю вам, до свидания. С уважением, Ирина.